Всем здравствуйте. Недалеко от моего дома растет дерево, вот такое вот дерево. Это шелковица, дичка, но это самая урожайная шелковица в нашем регионе. Сейчас покажу поближе. Для начала хочу показать, что делается на земле. На земле уже начинают валяться плоды, и с каждым днем их будет все больше и больше. Дерево только начинает плодоносить. Размеры плодов небольшие. Вот красные, это только начинает созревать. Потом они становятся, даже не так солнце, такими вот темными. Вот как здесь. А самая спелая шелковица, это черная. Вот такая. А теперь посмотрите, сколько здесь ягод.